Всем привет! Да, привет, приветик. У меня мозги заняты. Один! А сколько их всего этапов? Thank you. Не торопись. Главное не торопиться. Да, я проходил 3 этапа. Да? Да? Ну, а дальше у меня кадр забрали и все. Забрали, это не мой был кадр. На компе нет. Не дошло, руки не дошли. Надо будет пройти. Так, молоко собрали. Трю! Буква F. Здесь на них прыгать нельзя, как в Марио. Чего? Не разговаривай. Потому что у меня мозги заняты своими... своими мыслями. Но вот там кто-то тебя убрал. Ну,
Мэри Поппинс. Главное не спешить. Да, когда-то я любил эти рубашки. О, жизнь, хоп. А нет. Превращал-то. Стали маленькие, отдали тебе, чтоб ты носил. Вот. А сейчас я не знаю, пусть померяет, потому что... Буль-буль-буль. Все зеленые рубашки, и его рубашки. Молоко. О, самолет. МиГ-29. Да, это... Жизнь, да? Здесь тоже есть секреты. Мяу. Гол! Вон написано ж гол. А? Там пересыпала порошок, положила. Молоко. Что там такие порошки? Ну кто? Кто знает, может быть. Я тут. Ну-ка. Здорово всем. Привет, привет. Что мы собирали? Ну да, все только запах. Так, давайте без этих слов. Привет, Фред. А я не матерился. И без оскорблений. Все равно. Отлично. Прыг, скок, прыг, прыг. Я думал, ты сразу направо. Она заболела. Хорошо, только. Пока. Просто заболела. Гол. Нет, не пичет с носа. Тоже каша, это уже пичет. О, лапа. Опа. Не знаю, а витаминоз, нервы. Гол. Да так. Спускаться будешь? А. Молоко. Молоко. Ну ты не спеши. Это ж тебе не спидран. Да получил я жизнь. Получил жизнь. Гал. Не знаю, куда я вылез, я, наверное, плохо получил. Гал. В детстве было сложно достать чашу. Ну, допустим, с кем-нибудь захотелось поменяться, ни у кого не было. Ну, нас...
Нужно было бы вопросы. У нас проблем нужно было поменять. Не, ну, слушай, не у всех можно было это... Вообще-то хороших. Да. У всех было... Ну, ненадолго, наверное, увидят. А кто-то вообще в хлам не хотел меняться. Вот, я не буду меняться. Да, круто. А свет выключить? Ну, просто так часто. Реализм. Я же об этом говорю. Я говорю, не спеши. Я, кстати, это Серега уже стал помаленьку вникать, как пошел. Уже помаленьку начал разбираться. Когда-то. Давайте, давайте по теме. Так. Куда ты обратно пошел? Ага. Мимо, мимо. А. О, молоко. А чё третью бутылку не взял? Ха-ха-ха-ха. Будь внимательный, как говорится. Сорри. О, на птицы летаешь, офигеть. Скрич. Скрич. Научиться редактировать на птицы, сделать выигрыш так. Похотался там птички. Ну ничего себе, птички танки выдерживаешь. Ага. Прыг, молоко съел. Я бы сказал, что они чернобыльские. Ого. Да. Это пахалка, видимо, это паха. Как сейчас модно стали говорить в компьютерных играх. Сейчас я вам покажу пахалку. Вот пахалку он показал. Жизнь вырубил. Да старался, не отвлекай Пашу. Нет, моя. Я говорю, ну, после операции, говорит, 0,8 глаз. Опа. Гоу. Ну, говорю. Самолет. Да, осторожно. Внимательно. Я говорю. Че, лежу? Я говорю, будь внимательный. Я, кстати, это вот... Это... Игорь Дэнни по Дэнни. У нас тогда вот было это... Как его... как его называть-то? Паша. Мы еще выбирали за это треки. Выбирали треки для игр. Скажем, какие самые прикольные треки в компьютерных играх. Вот я, походу, самые неплохие треки выбрал. Вот.
О, самолетик, МиГ-29. Дочь ДНР. Представляю, твою пальму за 10 минут обсуждение меню. Жалко, что я не попал на обсуждение. Он записывает прохождение игры. Обсуждаем меню. Стиральная машина. Так просто. Да. Победил в стиральную машину. А хоть что там у тебя? Кинет вырубился или ноутбук перегорелся? Зеленая птичка какая-то. Вау! 27 жизней, обалдеть. Тоже бежит Соня. Какой нафиг? Во-первых, вот диджей Соник. Насколько я понимаю, да многие понимают, что диджей это связано с музыкой, да. А у него в основном одни игры. Киноман, он по ходе про игры, но насколько я понял, он фильмами занимается, он фильм подает. А, киноман. А, ну да. А, киноман, ну. Да все равно диджей Соник, диджей это вот музыка это миксирует, а не игры проходит. Тоже. Диджей Соник. Сейлами проходит. А потом жалуется, что ему дизлайк стоит. Я говорю, жизнь 30. Ну, у меня, кстати, опять 30 подписчиков. 30. Вполне неплохо. Хотя я практически не занимаюсь своим каналом. Ого, я второй! Я на New Force Speed уже это... 14 лайков. Давайте по теме, Толя, по теме. А я по теме.
А, ну да. Вообще, это был разговор про канал, да. И про физику. Я говорю по... Я говорю по факту. Буль-буль-буль. Ну, кстати, вот, вот этого главаря называли. Чокопай. На этом уровне. Ну, в детстве называли это Кариса. Да. А то у него взгляд такой, как будто он зубы пожирает. Правда. Позже жести. Точно я не называл так его, но это называли мои сверстки. Потому что я в него плохо играл. Я проходил ее тоже всю игру, но на андроиде. Рыбка! Принцесса! Рыбка-принцесса! А. Текстура умарная, типа рыбка. Главное, не спешите и будьте внимательны. Да, я микрофон подниму. Динь-динь-динь! У вас есть звонят. Не жалость. Правда, что ли? Сот муравьев взял. Носит вещи больше, чем он сам весит.
каждому свое. По-разному. Походу он. Да, попу. Я у него отдохнул. Наверное, он отошел куда-то. Я говорю, печаль. Вы догадались. Кто мне по телефону позвонил? Круто! О, 42 жизни! Круто! Блин-блин-блин! О, брат Феликс! Круто. Круто. Ага. Гоу! Ха-ха-ха-ха. Снимай! Так что давай аккуратно, уворачивайся там как можешь. Чу-чу! Бусидо! Харакири! Я самурай на дельфине. Да что ж ты попасть-то не можешь? Чик-чик-чик. Чик. Брык-брык. В трубу. К Марио в гости пошел. Круто, 48. А сколько физиков набирал? А то уже 48.
Дефинчик! Рота! Go! Дам-дам-дам-дам! Подводой! Будь внимательна, главное! Подводная лодка похожа на собаку. Стиральной машине. Молоко. Бэм. Кому вы? Тебе? А я третьего молока не взял. Танчик. А ты ж любит молоко. Хе-х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 е
Пейте, детки, молоко. Будьте здоровы. Туалет недалеко. Жесткая шутка. Это шутка уже 100 лет. Прикол. Ты молодцы. Да. Правда, да. Идите, молоко, туалет недалеко. Да.
Молоко в тренде смешнее, если после огурцов. Если бы я думал попробовать, но я погодился. Соленые огурцы и молоко попить одновременно. Да, похавать и выпить молоко. Запивай. Вот я хочу, но боюсь. Осторожно, все, не отвлекаем Пашу. Витька. Не веришь. Молодец. Ах, ох, жить. Да что ж такое? Самая наводящаяся бомба. Не того. На телефоне недостаточно места. Ну и фиг. О, жизнь, пью! Босс, я хотел сказать. Ага. Пошел, что ли? Он же сам обалдел. Я микрофон так не поднимаю. Ага. Ага. Ха-ха-ха-ха-ха. Thank you.
Как полезно переигрывать. Эти камни не убиваются? Будь внимательный. Правда, мне звонят. Нехорошо, почему-то бывает нехорошо. Thank you.
Так, я здесь. Одна жизнь потеря, это нормально считается. Понимаю, но все равно